агитирует учиться на столяра, кто на слесаря, а кто на повара. На областном конкурсе для училищ и лицеев студенты помогают школьникам определиться с будущей профессией. Вооружились песнями, танцами и шутками. Соревнуются в умении убеждать. Железнодорожник. Человек же ты стихий, мастер и трудяг. И с него берет пример молодой салага. Если рассказывает сверстник о том, что помимо профессии они еще и ведут интересный образ жизни после занятий. Ну, наверное, это наглядно будет помощь нашим выпускникам школы, нашим учащимся, какую все-таки целенаправленно выбрать профессию. Студенты колледжей и училищ уверены, далеко не вся современная молодежь мечтает о профессии экономиста или юриста. Среди рабочих специальностей интересных вариантов тоже немало. В нашем лицее есть очень интересные профессии. Парикмахер-модельер, цветовод-флорист, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, швея. Я знаю очень много моих друзей, там, знакомых, которые выбирают именно творческие профессии. После их выступления, убеждены участницы этой команды, курсы кройки и шитья станут намного популярнее. Зрители собрались впечатлять профессиональной модной коллекции. Костюмы долго шили, около 3-4 месяцев. Подготавливались именно к этому конкурсу тоже месяца полтора-два. Каждый день репетиции очень долго. Ну, очень трудоемкий процесс был. Специалисты Центра занятости советуют начинать карьеру именно с рабочей специальности, чтобы и до поступления в университет уверенно стать на ноги в профессиональном плане и быть востребованным на современном рынке труда.